Здравствуйте, вы смотрите новости. Меня зовут Максим Лукьянов. Коротко о главном. В Кустанае проверяют жилые помещения на соблюдение техники пожарной безопасности. Камила Толкамбаева расскажет подробнее. Поднять IT-сферу на новый уровень. Сегодня специалисты лучших университетов мира делились своими инновациями с кустанайскими школами посредством телемоста. В Кустанайской области увеличивается финансирование покупки книг для библиотек. Правда, основным спонсором этого остается государство. Татьяна Калюжная с подробностями. После печальных событий в Астане, когда в пожаре погибли сразу 5 детей, в Кустанайской области усилили меры профилактики. В приоритете у сотрудников ДЧС частный сектор, поскольку именно там чаще всего происходят возгорания. Сегодня представители противопожарной службы обследовали дома в Кустанайском районе. Какие нарушения выявили, нам расскажет Камила Салкымбаева. Проводим беседы практически по ручному отоплению, состоянию, что состояние надо держать в хорошем состоянии. У вас, я вижу, сейчас на данный момент нарушения есть. Трагедия в Астане, когда в пожаре погибло сразу 5 детей, подтолкнула усилить меры профилактики пожаров в Кустанайской области. Сотрудники ДЧС вместе с полицией проверяют жилые помещения. Сейчас в приоритете дачный сектор, где люди живут круглый год. Именно в таких домах чаще бывают нарушения. Люди в основном печку отапливают на твердом топливе, где, вот, как вы сами видели, есть грубейшие нарушения правил пожарной безопасности. Ну, элементарно взять притопочный лист, там где-то печки, там трещины. Ну, вот на эти моменты мы обращаем внимание. Ну, ее вообще не закрывать. Вообще не закрывать. Нет. То есть, если даже закрывать, то дождаться полного окончания это горения и потом только закрывать. Сушка вот тоже. Над печкой ничего не должно быть. Вокруг, рядом ничего не должно быть. Вот перчатки положили, тоже нельзя сушить. Имеется в виду. Это вот дядька только зашел. Ответы, почему не соблюдаются самые простые правила безопасности, у жильцов горе домов есть всегда. А ведь последствия таких нарушений могут быть весьма серьезными. Конечно, бывает, после очередной проверки и разъяснительной беседы жильцы исправляют недочеты. К примеру, Юлия Исайка, мать 7 детей. Все они живут в дачном секторе. Сами построили дом, да и сотрудники ДЧС признаются, что по части пожарной безопасности все гладко. В этом году мы вот ту комнату достроили и хотели еще второй этаж, но уже снег упал, уже ванну, туалет уже по снегу, уже долбили, уже песок, все замерзло, потому что было... И вот что условия сделали, чтобы были условия для детей. Также в ДЧС напоминают, что профилактика проходит всегда с начала отопительного сезона, а все нарушения берутся на контроль. Уже прошло более 20 тысяч разъяснительных бесед. Данное нарушение, то есть проводка, положенная по горючему основанию, тоже является нарушением правил пожарной безопасности. То есть в правилах вся только ведущая часть, то есть розетки, патроны, рубильники, всевозможные провода, все должно монтироваться по негорючему основанию. Хамзан Урпиисов, Камила Салкымбаева, РТН. Уже 3 человека погибли от переохлаждения в Кустанайской области за время установившихся морозов. Как сообщили сотрудники ДЧС, имеются факты обморожения с летальным исходом 2 женщин 1990 и 1968 годов рождения в Денисовском и Ауликольском районах. В Мендыгоринском районе 6 февраля мужчина замерз во дворе собственного дома. По данным ведомства, он злоупотреблял алкоголем. За первые сутки морозов медики области оказали помощь 7 пациентам с обморожениями разной степени. В Кустанае госпитализирован мужчина с повреждениями 1-й и 2-й степени. В Рудном 4 пациентам была оказана помощь после того, как они обморозили кисти рук, оказавшись на трассе из-за поломки машины. Госпитализация им не требовалась. Подобный случай произошел и в Житикаре. А пациент из Узункольского района с обморожениями получает лечение в травматологическом отделении областной больницы. Социально уязвимые слои населения должны получать более серьезную государственную поддержку, что поможет решить ряд проблем, особенно в семьях с детьми. Об этом заявила председатель Кустанайского областного ювенального суда Карылгаш Шармухаметова. По мнению судьи, которая помогает решить правовые вопросы подростков и их родителей, те механизмы поддержки, которые существуют в государстве на данный момент, работают недостаточно хорошо.
Как отметила председатель спецсуда по делам несовершеннолетних Кустанайской области Кырлыгаш Шармухаметова, сотрудники ведомства сталкиваются не только с правовыми проблемами людей, которые к ним обращаются, но и с социальными. И если первым судьи помощь оказать могут, то для решения вопросов из второй категории не обойтись без поддержки в виде государственных программ. Но ее судьи находят не всегда. И вообще в нашем государстве есть механизмы, которые направлены на поддержку социального измысла в населении. Но, к сожалению, они достаточно хорошо работают. Почему? Потому что в последнее время все у нас реализуется посредством государственных соцзаказов. Вот, заказы у нас реализуются госорганами, я не знаю, по каким параметрам, но не всегда это действительно нужные госпецзаказы. По словам Кырлыгаш Шармухаметовой, в обществе действительно востребованы соцпроекты. Поддержка выпускников детдомов и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Необходим проект по работе с трудными подростками. Таких сейчас только на учете в полиции состоит 1106, а есть еще и внутришкольные учеты. Добиваемся открытия какого-то центра по работе с трудными подростками. До сих пор никакого сдвига нет. И что еще вот возмущает, то что недавно на одном из круглых столов в полиции один из сотрудников мне сказал, что их руководство сказало, что такие проекты нам не нужны. То есть, ну, как они не нужны, если у нас острая необходимость. Иной раз, как рассказала Кырлыгаш Шармухаметова, сотрудники суда, как могут, пытаются помочь нуждающимся. Например, 64-летнему отцу-одиночке, воспитывающему троих дочерей 12, 9 и 3 лет. В суд поступило дело о лишении его родительских прав. Есть квартирка у него небольшая в Затоболовке, но там вот уже лет 30 ремонта не было. А так он все делает в отношении детей. И одевает, и кормит на свою пенсию, и в школу уводит. Никаких проблем к нему, претензий нету. Ни со школы, ни от кого. Единственное, вот это плохие материально жилищно-бытовые условия. И что тут выбирать, да? Хорошие условия в детском доме, либо отеческая любовь, да, которую никто не заменит, да? Ну, не повернулась у меня рука лишить родительских прав. Есть претензии у ювенального суда и к органам опеки. Так, бывшая воспитанница семейного детского дома Женуя сама подала прошение о лишении ее матери родительских прав. Девочку вернули родительнице, когда она вышла из колонии. Однако женщина стала злоупотреблять алкоголем. Девочка ушла из дома и скиталась несколько месяцев, вплоть до октября, потом сама пришла в суд. Несколько раз судье приходилось сопровождать ее обращение в органы опеки и прокуратуру. Мне пришлось разъяснять сотрудникам наших государственных органов о том, что вы что делаете, а если эта девочка завтра на улице, не знаю, убьют ее, да, либо будет она изнасилована или еще что-то. То есть получается, что у нас все делается по факту. Вот суициды, когда у нас наступает, потом какую-то программу, да, делают и что-то разрабатывают. По профилактике, да, по искоренению ситуации ничего не делается. В итоге мать девочки лишили прав на нее, и сейчас она находится в центре адаптации несовершеннолетних. Алексей Кудрявцев, Наталья Луговская, РТН. К другим темам. Более десятка квартирных краж, совершенных в Кустанайской области, раскрыты полицейскими за несколько дней проведения специального оперативного мероприятия. В ходе операции «Квартира» сотрудниками криминальной полиции проверены и потенциальные места сбыта украденных ценностей. Часть похищенного имущества уже возвращена владельцам. 26 мест сбыта похищенного и 15 съемных квартир проверено полицейскими Кустанайской области, чтобы раскрыть ряд квартирных краж. В регионе началась специальная полицейская операция. За один день ее проведения раскрыто 15 ранее зарегистрированных подобных преступлений, в том числе и 5 совершенных в прошлые годы. Например, то, когда в декабре 2018 года из дома, расположенного в поселке Мичурино, были похищены деньги и изделия из золота. На сумму более 7 миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 29-летний мужчина. Часть похищенного задержанный успел сбыть и истратить, но все, что было полицейскими найдено, в том числе и ломбардах, они возвратили владельцам. А в Кустанае несколько дней назад в Северный отдел полиции обратился с заявлением 83-летний пенсионер. Из его квартиры на улице Шипина были похищены награды участников Второй мировой войны и нагрудные знаки. Полицейским задержан 38-летний житель областного центра. Награды возвращены ветерану. В Ленинском районе полицейскими задержаны двое подозреваемых 34 и 26 лет, которые в ноябре 2018 года из одного из домов поселка Базбек украли велосипед, 4 легкосплавных автомобильных колеса, строительные инструменты и радиатор от иномарки. Ущерб потянул на 500 000 тенге. Все, что плохо лежало, вынесли похитители из территории одного из аулиекорских предприятий. Как пояснил заявитель, в
период 21 января по 1 февраля текущего года с территории ТО путем проникновения неустановленные лица похитили ворота от гаража, воздухосборник, двухтоварный швеллер, также принадлежащий предприятию. Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге. В ходе розыска сотрудниками полиции района в течение 2 часов был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 20-летний житель поселка Аманкарагай. Полицейские предполагают, что у него были соучастники. По всем вышеописанным фактам проводится досудебное расследование. Манарбек Асколов, Виталий Луговской, РТН. В Кустанайской области продолжаются отчетные встречи с населением акимов городов и районов. Накануне она прошла в Федоровском районе. Она длилась недолго, акиму задали всего чуть больше 10 вопросов. Люди просили решить проблемы с оснащением школ, с отоплением в детском саду. Жаловались на отсутствие воды. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Жители села Кенерал Федоровского района интересуются у главы района, что ждет сельский водопровод дальше. Ранее он обслуживался ТО и Волгохолдинг, а сегодня ни на чьем балансе не стоит. Аким Таубай Сабаев отметил, что в первом полугодии завершается проектирование водоснабжения в селе, а на 2020 год запланировано строительство водопровода. Поднимались на встречи другие вопросы. К примеру, пенсионер из Федоровки обеспокоен тем, что его внук постоянно простывает в детском саду. Садик хороший, красивый, все нормально. Внутри, вот. Но нет главного – тепла. Вот. Я встретился, немного поднимаю, я все-таки посмотрел и полы. Ага. Я потрогал сам еще линолеум и палас накрытый. Вот. На этом паласе пол холодный. Незапененные подоконники. Там был детский дом, реконструированный детский дом был. Когда существовал детский дом, они делали ремонт. Поэтому окна все были сохранены. А то, что мы в прошлом году запустили его, ну, в этом году мы запланировали ремонт. Устройство, то есть вопрос есть, посмотрите. Нет, устройство тепловых полов, а система отопления была та, не трогали, поэтому там есть вопросы, да, мы знаем об этом. Учителя спрашивают, когда в школах появятся кабинеты робототехники. В прошлом году, по словам Таубы Исабаева, такие кабинеты появились в 2 средних школах – Федоровке и Пешковке. Это было сделано меценатами по программе «Рухани Жангыру». В этом году кабинеты, возможно, появятся еще в 2 школах. Местную молодежь интересует, какие в районе есть возможности получить грант на открытие своего бизнеса, пенсионеры, какие улицы будут освещены. Да, мы в этом году будем освещать 6 улиц. Эта улица также входит, потому что это по съемку уже сделали, технические условия получили. Сейчас проектно-сметную документацию закончим, и летом мы его осветим. Это как раз главный переход, который идет с Жаркуля. Люди идут на работу сюда, и переход через железную дорогу. Среди вопросов немало, касающихся благоустройства. К примеру, люди интересовались, когда в Федоровке появятся места для выгула домашних собак. Также жители райцентра просят вернуть снежную горку в центр. Сделать ее безопасной и интересной. Аким обещал поставить сразу 2, для таких, чтобы устраивало и взрослых, и детей. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. О телемасте и новых книгах сразу после небольшой рекламы.